Победы. Комсомольское озеро – символичное место и дата для открытия третьего трудового семестра. В то время котлован копали вручную и строили озеро, чтобы защитить Минск от затопления от весенних паводков. А торжественное открытие планировали 22 июня 1941 года. Но оно было сорвано из-за начала войны. Спустя годы здесь мир и молодые лица готовы строить будущее. В городе очень много рабочих мест, где могут приложить свои силы, умения, навыки студенты всех наших вузов. И сегодня уже свыше 12 тысяч человек запланировало работу в летний период. Мы очень рады, что они сегодня вот действительно оказывают помощь. И со своей стороны хочу сказать, что будем делать все для того, чтобы каждый молодой человек, который хочет работать, имел такую возможность. Мы много участвуем в всяких мероприятиях, особенно в трудовых. Прошлой осенью ездили в Атолино, уже собирали там урожай. В этом году хотим повторить. Я работал в прошлом году в советском районе «Зеленстрой», косили траву. Я получил свой первый опыт в студенческом отряде, мне очень понравилось. Самый такой большой плюс – это коллектив. Все было замечательно.